За 85 лет газете пришлось пережить многое. Было все. И взлеты, и падения, тяжелые времена и эпохи расцвета. Менялись ее вид и форма, но она выходила всегда. Даже в суровые годы войны газета несла свет в массы. Она справилась со всем. Сердцем и душой любого издательства являются люди – журналисты, редакторы, верстальщики. Благодаря их усилиям газета приобретает душу. Так и газета «Нарьяна Виндер» славится своими мастерами пера. Юлия Горбонос работает в газете уже 6 лет и ни разу об этом не пожалела. В «Нарьяна Виндер» она проходила преддипломную практику. Потом ей предложили работу, и она согласилась, не раздумывая. У нас очень замечательный дружный коллектив. Все мы друг другу близкие люди, очень хорошо общаемся. И, наверное, поэтому наша газета так популярна в округе. Нас любят читатели, в этом мы убедились, когда нам в адрес нашей газеты пришло очень много поздравлений, теплых слов и пожеланий. Появление на свет газеты – это труд коллективный и непростой. Чтобы читатель нашел в своем почтовом ящике свежий выпуск, необходимо потрудиться каждому сотруднику. Всего коллектив газеты насчитывает 47 человек. Это и редакторы, журналисты, верстальщики, корректоры. И от того, насколько хорошо сработал весь коллектив, зависит качество выпуска. «Красный тундровик» не стоит на месте и развивается в ногу со временем. Сейчас все новости можно получить, не выходя из дома, в интернет-изданиях. У «Нарьян Виндера» также есть свой информационный портал. Мы увеличили посещаемость нашего сайта до 1000 эксклюзивных просмотров в день. На сегодня, можно этим гордиться, потому что немногие сегодняшние интернет-ресурсы Ненецкого автономного округа имеют такую посещаемость. Через 2 недели планируется запустить проект для смартфонов. Приложение можно будет скачать на сайте «Нарьяна Виндер» абсолютно бесплатно. Благодаря этой программе на мобильные устройства в режиме онлайн будет поступать оперативная информация, обновляющаяся на сайте. Свой юбилей коллектив газеты отметил в дружественной домашней обстановке. Всем работникам были подарены варежки, шапки, шарфы с логотипом родного «Нарьяна Виндер». Писать на радость жителям, всем-всем, чтоб стал наш мир добрей, светлей и краше. Не уходить от самых острых тем, участвовать в решении проблем – вот миссия и цель святая наша. «Нарьяна Виндер» 85. Газета принимает пожелания цвести и пахнуть, верить и мечтать. А главное – от всей души писать о жизни в округе, добре и процветании. Сергей Журавлев, Владислав Носкин, телеканал «Север».